Создать атмосферу праздника и поднять себе настроение. Именно с такой целью Министерство просвещения и языковой политики Абхазии запустило новогодний флешмоб с главным хэштегом «Моя нарядная елка». Условия конкурса весьма просты. Чтобы стать его участником, достаточно выставить пост с главным украшением Нового года и отметить Минпросвещение. Люди могут снять свою елку, загрузить в Инстаграм или Фейсбук, отметив нашу страницу, где с хэштегом «Моя нарядная елка». И потом мы будем выбирать все совместно елку, которая больше всех понравилась. Надеемся, там также окажут активное участие все граждане. Вот так вот как-то мы пытаемся побольше людей приобщить и поднять настроение на позитивной ноте, подойти к концу года. Помимо этого, Минпросвещение страны запустило еще один проект. Стартовал он в середине декабря и предназначен для ценителей и знатоков творчества Фазиля Искандера. Конкурс на участника, который запишет видео, где он читает стих Фазиля Абдуловича Искандер, загружает в соцсеть, отмечает нашу страницу Министерства просвещения и языковой политики и пишет хэштег «Творчество Фазиля», то есть чтобы мы смогли увидеть и отметить этого человека, выделив. Победители будут подведены к концу декабря. Главный приз – это сборник стихотворений Фазиля Абдуловича Искандер «Звездный камень». Еще одним творческим проектом Министерства просвещения и языковой политики стал конкурс стихов в исполнении детей школьного и дошкольного возраста. Видео юных чтецов, по словам Аслана Кутеля, выставляются в соцсети с целью порадовать как самих детей, так и их родителей. Буквально вчера директор БАЗа ТВ Руслан Уканович Хашиг изъявил желание также выставлять наших детей, которых мы будем снимать и транслировать у себя на канале, за что мы очень благодарны, конечно же, потому что и детям будет приятно, и такую позитивную атмосферу мы сможем создать. На этом Минпросвещение страны не останавливается. В декабре ведомство запустило еще один творческий конкурс, но уже на разработку макета логотипа и фоновых обоев для своей страницы в соцсетях. Победитель конкурса будет выявлен решением комиссии и, что немаловажно, награжден памятным подарком. Виола Барганджа, Торник Амичпа, Абазатовая.